Я вот все думал, как бы тут пошутить так деликатно. Поведение этой фройлен опережает свое время. Вот это английский! Здравствуйте! Сегодня пятница, а значит мы работаем с фильмами на английском языке. И мы продолжаем разбор шарады. Поехали! Ну вот тут мы остановились, и она говорит, если мне суждено умереть, я лучше для страны своей это сделаю. И сейчас мы еще пару фразочек разберем без просмотра вперед, потому что тут остался маленький кусочек диалога, а потом, как обычно, будем. That's the spirit, говорит. Вот это дух, типа, правильно, молодец. Here's what I want you to do. Here's what I want you to do. Вот что я хочу, дословно, тебя сделать. То есть вот что я хочу, чтобы ты сделала. Но по-английски так говорится. Просто I want you, я хочу ты. И потом говорите, что хотите, чтобы человек сделал. Here's what I want you to do. Вот что я хочу, чтобы ты сделала. We're anxious to know who this man is. We're anxious to know. Мы anxious — это тревожный, беспокоящийся. Но в данном случае мы жаждем узнать. Типа we're anxious. Она трясет уже как надо. We're anxious to know. Мы очень хотим узнать who this man is. Кто этот человек есть. То есть кто этот человек. The one calling himself Dial. The one — тот. Тот один, да? Calling himself Dial. Называющий себя Дайлом. We're anxious to know who this man is. The one calling himself Dial. The one calling himself Dial. I want you to find out. I want you to find out. Опять. I want you. Я хочу ты. То есть хочу, чтобы ты. To find out. Выяснила. Why me? Why me? Почему я? You're in an ideal position. You're in an ideal position. Вы в идеальной позиции. Ну, мы так тоже по-русски говорим, в принципе. You're in an ideal position. He trusts you. Он доверяет вам. Trusts you. Besides, you yourself said women make the best spies. Besides, к тому же, you yourself said. Вы сами сказали, women make the best spies. Женщины делают лучших шпионов. То есть из женщин получаются лучшие шпионы. Agents. Agents, агенты. И вот еще раз мы переслушиваем этот диалог, и уже там просто пойдет экшен, и мы его посмотрим, потом уже начнем разбор. I suppose if I'm going to die, I might as well do it for my country. That's the spirit. Here's what I want you to do. We're anxious to know who this man is, the one calling himself Dial. I want you to find out. Why me? You're in an ideal position. He trusts you. Besides, you yourself said women make the best spies. Agents. Oh, pardon. Fräulein! What are you doing following me? It's gonna look like a parade. Stop it! How are you? How nice to see you. When did you arrive? It's lovely down to stay. Are you having a good time? So many things to see. Fräulein! Fräulein! If you don't stop following me, I'll call the police. Taxi! Я вот все думал, как бы тут пошутить так деликатно. И я просто скажу, что поведение этой фройлен опережает свое время. О, пардон. Так, ну понятно, пардон, я думаю. И фройлен тоже, в принципе, понятно. Fräulein! What are you doing following me? It's gonna look... What are you doing following me? Что вы делаете, следуя за мной? Типа, вы чё за мной идёте? What are you doing following me? Like a parade! It's gonna look like a parade. Это будет выглядеть как парад. Кстати, вот часто она говорит gonna в значении просто будущего времени.
Stop it! Stop it! Прекратите. Дословно остановите это. How are you? How nice to see you. When did you arrive? Ну, просто рандомные фразы. How are you? Nice to see you. When did you arrive? Когда вы прибыли? It's lovely town to stay. Are you having a good time? It's lovely town to stay. Она говорит, но тут в субтитрах не дописали. Это прекрасный город to stay, чтобы остановиться, остаться. То есть, чтобы провести в нем время. It's a lovely town. Are you having a good time? Вы проводите хорошо время? So many things to see. Столько много вещей посмотреть есть. So many things to see. My line. My line. If you don't stop following me, I'll call the police. If you don't stop following me, если вы не прекратите следовать за мной, I'll call the police, я вызову полицию. Taxi! Ну, пока мы неспроста не записываем никакие слова, реально ничего не попадается стоящего. Не то чтобы стоящего, сложного даже. Dial, please. D-Y-L-E. Yes, Mr. Dial, I remember. No, I'm sorry, Mr. Dial. Nothing today. Thank you. Mr. Dial, please. You're wanted on the telephone. Mr. Dial, cabin 4. Mr. Dial, cabin 4, please. Yes? Good morning, Mr. Dial. Reggie? It's the only name I've got. How about you? I know cat and mouse. You've got me. What do you want to know? Why you lied to me? I had to. For all I knew, you were in on the whole thing. I'm trying to find out who you are. But you know my name. It's Dial. Carson Dial is dead. Yes, he is. He was my brother. Your brother? The army thinks he was killed in action by the Germans. But I think they did it. Tex, Gideon Scobie, and your husband. Because my brother wouldn't go along with their scheme to steal the gold. I think he threatened to turn them in, and they killed him, and I'm trying to prove it. They think I'm working with them. But I'm not, Reggie. I'm on your side. Just believe that. Так, хорошо, хорошо. Давайте разберем теперь. Dial, please. D-Y-L-E. Yes, Mr. Dial, I remember. No, I'm sorry, Mr. Dial. Nothing today. Thank you. Nothing today. Ничего. Сегодня реально ничего пока. Mr. Dial, please. You're wanted on the telephone. Mr. Dial, please, you're wanted on the telephone. Вас хотят на телефоне. Имеется в виду, вы требуетесь. Вас просят к телефону. You're wanted on the telephone. Mr. Dial, cabin 4. Mr. Dial, cabin 4, please. Yes? Good morning, Mr. Dial. Reggie? It's the only name I've got. How about you? Reggie, it's the only name I've got. Это единственное имя, которое у меня есть. Типа, кто ж еще? Reggie, it's the only name I've got. Ага, тут двойная шутка, типа, я понял. Так говорят просто, такое выражение есть, но в данном случае оно вдвойне смешно, потому что он себя двумя именами разными называет. Типа, она его подкалывает. It's the only name I've got. Типа, это единственное имя, которое у меня есть. How about you? А у тебя? I know cat and mouse. You've got me. What do you want to know? No cat and mouse. Никаких кошек-мышек. You've got me. Ты поймала меня. What do you want to know? Что ты хочешь знать? Why you lied to me? Why you lied to me? Почему ты соврал мне? I had to. For all I knew, you were in on the whole thing. I had to. Мне пришлось. For all I knew... Так как все, что я знал, you were in on the whole thing. Ты была в на всей вещи. Вот тут придется покопаться. For all I knew, во-первых. И давайте поработаем не с прошедшей формой knew, а know, с настоящим временем. For all I know, насколько я знаю, he's still in Islamabad. Он до сих пор в Исламбаде. For all I know, he's already skipped town. Насколько я знаю, он уже из города пропал. For all I know, she didn't even have a passport. Насколько я знаю, у нее даже не было паспорта. То есть... На все, что я знаю, для всего, что я знаю, то есть, насколько мне известно. И пример будет тоже про паспорт вот этот, мы в конце еще поработаем. For all I knew, you were in on the whole thing. Насколько я знаю, ты была in в, то есть, имеется в виду в деле, да, ты была in on the whole thing.
на всю эту вещь. То есть ты была в деле во всей этой штуке. То есть во всем этом была замешана, насколько я знал. Well, I knew you were in on the whole thing. I'm trying to find out who you are. I'm trying to find out. Я пытаюсь выяснить who you are, кто ты есть. I'm trying to find out who you are. But you know my name, it's Dial. But you know my name. Ну, ты же знаешь мое имя. It's Dial. Оно Dial. Carson Dial is dead. Carson Dial is dead. Carson Dial мертв. Yes, he is. He was my brother. Yes, he is. Да, он есть мертв. Да, то есть он умер. He was my brother. Он был моим братом. Your brother? Твоим братом? The army thinks he was killed in action by the Germans. The army thinks, армия думает, he was killed in action. Он был убит в действии, имеется в виду, в бою. By the Germans, немцами. Killed in action. Давайте запишем. Погиб в бою. The army thinks he was killed in action by the Germans. But I think they did it. But I think they did it. Но я думаю, они сделали это. Tex, Gideon Scobie and your husband. Tex, Gideon Scobie. Tex, Gideon Scobie and your husband. И твой муж. Because my brother wouldn't go along with their scheme to steal the gold. Because my brother, потому что мой брат wouldn't go along. Не, вот это запишем, go along with. Это потворствовать чему-то. Ну или просто следовать, соглашаться, поддерживать. Because my brother wouldn't go along with their scheme. Не пошел бы на содействие с их схемой. To steal the gold, чтобы украсть золото. I think he threatened to turn them in and they killed him. I think he threatened to turn them in. I think, я думаю, he threatened, он угрожал, to turn them in, to turn someone in, повернуть кого-то в. То есть мы представляем картину, как кто-то убегает, преступник какой-то, а мы его поворачиваем и сдаем в полицию. Поэтому to turn someone in — это сдать кого-то в полицию, turn someone in. I think he threatened to turn them in. I think he threatened to turn them in. Я думаю, он угрожал сдать их, как бы рассказать про них, and they killed him. They killed him. Они убили его. I'm trying to prove it. I'm trying to prove it. Я пытаюсь доказать это. They think I'm working with them, but I'm not Reggie. They think I'm working with them. Они думают, я работаю с ними, but I'm not Reggie. Но я не Reggie, то есть я не работаю. I'm on your side. I'm on your side. Я на твоей стороне. Believe that. Just believe that. Просто поверь в это. How can I? You lied to me just the way Charles did. Ну и она, естественно, говорит, how can I? Как могу я тебе поверить? You lied to me just the way Charles did. Ты соврал мне прям just the way Charles did. Прям так же, как это и сделал Чарльз. Таким же способом, путем, да? Just the way Charles did. Так, еще раз теперь переслушаем их диалог по телефону. Yes? Good morning, Mr. Dial. Reggie? The only name I've got. How about you? I know cat and mouse. You've got me. What do you want to know? Why you lied to me? I had to. For all I knew, you were in on the whole thing. I'm trying to find out who you are. But you know my name. It's Dial. Carson Dial is dead. Yes, he is. He was my brother. Your brother? The army thinks he was killed in action by the Germans. But I think they did it. Tex, Gideon Scobie, and your husband. Because my brother wouldn't go along with their scheme to steal the gold. I think he threatened to turn them in, and they killed him, and I'm trying to prove it. They think I'm working with them, but I'm not, Reggie. I'm on your side. Just believe that. How can I? You lied to me just the way Charles did. Предлагаю остановиться здесь, и давайте еще раз по словам пройдемся, прежде чем все заново пересмотреть. For all I know, насколько я знаю, и пример уже записан. For all I know, she didn't even have a passport. Насколько я знаю, у нее даже и паспорта не было. Ну и в карточке с ответом у нас многоточие, чтобы вы догадались потом. Killed in action, убит в действии, то есть в боевом действии, погиб в бою. И следующий пример. Lord Longford was killed in action in 1915. Лорд такой-то был убит в бою в 1915. Ну и в обратной карточке тоже пробел. To go along with. Идти с кем-то вдоль, рядом, да, с кем-то. Имеется в виду, как бы, следовать с кем-то по одной линии, соглашаться, поддерживать. I would be happy to go along with the idea. Я был бы счастлив согласиться с этой идеей, да, последовать за этой идеей. To turn someone in, сдать кого-то в полицию. И пример. He's looking for a man who turned him in. Он ищет человека, который сдал его в полицию, властям. Классный пример, и вам нужно будет подумать, да? He's looking for a man who turned him
Эйн, да, который сдал его в полицию. И многие стали возмущаться, что я забываю карточки заново в конце показать. Давайте я попробую реабилитироваться и перестану это делать, начиная с сегодня. Давайте я вам показываю карточку, вы вспоминаете ее оборотную сторону, ставите видео на паузу, произносите и продолжаете. То есть самопроверка такая. Насколько я знаю. For all I know. For all I know, she didn't even have a passport. Погиб в бою. Killed in action. Lord Longford was killed in action in 1915. Соглашаться, поддерживать. To go along with. I would be happy to go along with the idea. Сдать кого-то в полицию. To turn someone in. He's looking for a man who turned him in. И все карточки, которые вы только что увидели, вы можете скачать в закрепленном комментарии. Я там даже картинки добавил. И получить их самостоятельно в любом из предложенных здесь режимов. А также по той же самой ссылке будет и текст к данному уроку. Вы сможете его просмотреть в текстовом виде. А сейчас давайте пересмотрим заново все, что мы сегодня разобрали, для того, чтобы прям хорошенечко закрепить материал. I suppose if I'm going to die, I might as well do it for my country. That's the spirit. Here's what I want you to do. We're anxious to know who this man is, the one calling himself Dial. I want you to find out. Why me? You're in an ideal position. He trusts you. Besides, you yourself said women make the best spies. Agents. Fräulein! What are you doing following me? It's gonna look like a parade! Stop it! How are you? How nice to see you. When did you arrive? It's lovely down to stay. Are you having a good time? So many things to see. Fräulein! Fräulein! If you don't stop following me, I'll call the police! Taxi! Dial, please. D-Y-L-E. Yes, Mr. Dial, I remember. No, I'm sorry, Mr. Dial. Nothing today. Thank you. Mr. Dial, please. You're wanted on the telephone. Mr. Dial, cabin 4. Mr. Dial, cabin 4, please. Yes? Good morning, Mr. Dial. Reggie? It's the only name I've got. How about you? I know cat and mouse, you've got me. What do you want to know? Why you lied to me? I had to. For all I knew, you were in on the whole thing. I'm trying to find out who you are. But you know my name. It's Dial. Carson Dial is dead. Yes, he is. He was my brother. Your brother? The army thinks he was killed in action by the Germans. But I think they did it. Tex, Gideon Scobie, and your husband. Because my brother wouldn't go along with their scheme to steal the gold. I think he threatened to turn them in, and they killed him. I'm trying to prove it. They think I'm working with them.
But I'm not Reggie. I'm on your side. Just believe that. How can I? You lied to me just the way Charles did. На этом мы на сегодня закончим и, как всегда, продолжим в следующую пятницу. С вами был вот это английский. Всем до скорого!